Рано утром наш источник из шоу-бизнеса сообщил нам весьма печальную новость. Многие из нас до сих пор не могут в это поверить. Для многих российский телеведущий Дмитрий Борисов являлся большим кумиром. Многие россияне до сих пор следили за его жизнью. Сегодня сообщается, что рано утром Дмитрию Борисову потребовалась медицинская помощь. В связи с этим он обратился в одно из медицинских учреждений города Москвы. На его руках и ногах были видны следы укусов от собаки. Чуть позже мы уже выяснили, оказывается, Дмитрий Борисов рано утром прогуливался через центральный парк в городе. Недалеко от него проходила девушка с большой собакой. В какой-то момент собака вырвалась с поводка и набросилась на Дмитрия Борисова. Дмитрий Борисов кое-как пытался отбиться от собаки. Хорошо, что рядом проходило двое молодых парней, которые и забрали собаку от Дмитрия Борисова. Уже после этого Дмитрий Борисов обратился за медицинской помощью в одну из больниц города. Сейчас он находится там, где ему оказывают медицинскую помощь. Пока больше подробностей никаких нету, мы пока не можем связаться с самим Дмитрием Борисовым. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо. Следите, друзья, за нашими новостями, будьте всегда с нами и до скорых встреч на нашем канале.